Всем привет, друзья, с вами снова Чизбургер, добро пожаловать на разумные ставки CSGO. В гостях у нас Зервак. Привет, Зервак. Привет всем. И сегодня мы, как обычно, поиграем на lightbet.com. Напоминаю, что уже следующий выпуск у нас будет на новом сайте, ссылка на который будет в описании под этим видео. А сейчас мы снимаем на вот этом сайте, на котором мы были, только потому что тот сайт будет добавлена пара новых фишек. Администратор сайта решил вам небольшой сюрприз приготовить. Ну а мы начнем делать наши любимые ставочки. Так, мы как ждем, пока кто-то залетит или сами залетим? Да нет, я думаю, сами залетим. Сейчас я запускаю трейдик с StatRack 9 за 59 рублей. Так. Угу. Как мощно. Приходит в подтверждение. Отправляю. Все, есть. Я в очереди. О, кто-то еще два в очереди сразу. Ух ты. Ого, у нас Артем уже вон как залетел. Сегодня от Артема прет. Ну ладно. Принимаем вызов, залетаем. Так. 194 рубля на кону. Хорошо, так. Что же еще приготовить такое? Ну, у меня запаска, если что, есть. Так. Так, вот давайте сейчас отправим вот эту вот эмочку. Король драконов. Точнее, ее приготовим. А какого она качества? После полевых. А, ну да. Так, а перед этим закинем авапку. Нас затопили! Затопили? Да. Смотрим, смотрим. У него 37%. Отлично, вызов принят, братиш. Значит, смотрите, отправляю авапку. Я на 40-й секунде добавляю еще. Следом за ней отправляю эмку. Я второй в очереди. Все, эмка пошла. Так, ага, и теперь отправляю вот Т-90 вставлять. Он еще хотел затопить, вот урод. Так, все. Что, опять у нас шансы, что же у нас с шансами-то такое? А, моя эмка еще не залетела. Отправляю. Ой, я в очереди. Я тоже в очереди. Нормально. Отправляю петух. Опа! Хорош, эмочка моя залетела. И сейчас еще петух должен прилететь. Фига ты топишь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, нас жестко затопили, козлы. Сейчас петух должен залететь. Блин, они готовы. Вот что нас еще так затопит. Так, петух что-то не принимается. Отменяй, короче. О, вы в очереди минус один. Минус один. Как так? Ух, ой, ё, блин. Ух, ё, я говорил, он залетит. Козёл. Чёрт. Чувак у нас залетел на бешеную сумму. У нас уже рулетка понеслась. 12% наш шанс составляет с Артём. И вставки на 5000. Ну, без вариантов. Жесть. Блин, у меня рядом был чувак, который 0,12%. Я думал, уже начинаю сейчас покажет. Лол, блин, бешеная ставка. Давай, пока он принимает трейдики, мы попытаемся сорвать куш чуть-чуть поменьше. Так, значит, смотрите, давайте отправим. Блин, что же отправить? Давайте начнем с дигла, затем авапка, а затем уже дигл еще один. То есть в сумме примерно на 500 рублей сейчас мы будем залетать. Ну, он, кстати, рисковал, 70% можно и слить. Да, но ему уже какой раз везет. Он уже раз третий или четвертый, а то и не больше, если залетает с вот этим шмотом, а БП Азимов там все такое. Ну это же нечестно. Ну, просто ему нравится побеждать. Но уверен, в какой-то момент эта полоса должна прекратиться. Согласен со мной? Ну да, можно выиграть и с 6%. Да, у него будет пусть и 80% или 90%. Так, давайте сейчас мы приготовим бананчик. Бананчик. Угу. Так. Сейчас подождем, когда кто-то залетит, отправим бананчик, следом отправим авапку, а следом отправим дигл. Да вы чё? Отлично, Тём, залетай, это наш шанс. Козлы, зажрались. Вот это ставочки сейчас начинаются. Так, я первый в очереди, отличненько. Чё, знаешь, ставки неразумные, нифига. Да не, разумные, смотри, мы должны повышать свои проценты. Ну ты где, Артём? Я сейчас должен залететь. Я в очереди, ничего не знаю. Ты уже залетел, красавчик. Розовый. Блин, надо фиолетовый. Розовый, это розовый, Тём. Так.
Я второй в очереди. Еще залетаю, и сейчас мне остался Дигл. Сколько сейчас секунд осталось? 53. А, я еще успею, я тогда еще авапку закину. Собачка. Напоследок, надо забирать. Да, надо забирать. Так, и еще приготовлю вот эту авапку. Блин, а если сейчас этот чувак опять залетит? Да не, он не должен, не должен. Не каркай. Да, почему нет-то? Нет, для него. Отправляйте он. Хорош. Я залетел. Так, отправляю авапку и отправляю Дигл. Ух, бот, ты какой, а? Все, отправляю. Должен успеть залететь. Ух, нет, ты должен, да, успеть. Должен. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Пипец, он потный! О, да. Это же фанатик, что ты хочешь-то? Емелька. Емелька нас топит. Емелька? Да. Так, ну, по сути, у нас проценты примерно равные. Он, конечно, чуть-чуть выше у него процент, чем у нас с Тёмом вместе. И банк составляет 2500 рублей. Давайте, пацаны, кулачки за нас. Давайте. Ну. Да. Хорош. Да. Все. Да. Кирпичок. Фнатик. Емелька. Получай. Изи статера калаш картель и изи АВП красная линия. Что ж, ребята, на этом мы не остановимся. Продолжаем сразу после того, как примем трейды. Продолжаем, ребята, все трейды у нас были приняты. Приз, который мы выиграли, мы разделили успешно. И в этой ставке у нас на 62 рубля побеждает чел 75%. Ну, как видим, ребята, это, скорее всего, затишье перед бурей. После такой потной ставки, которую мы делали. Сейчас была такая спокойненькая. А сейчас мы будем продолжать делать ставки. Погнали. Значит, готовлю ставку на 40 рублей. Депозит. Это у нас будет калашик. Нет, эмочка. Цвет джунглей. Все, отправил. Сразу же готовим вот этот калашик. Так, ну я залечу с Эрексом, но я не прямо сейчас буду слетать, потому что пока ставочка поменьше, я как раз буду привлекать со временем. Угу. Так. Калашик у нас еще не залетел. Ну, ничего страшного. Не калаш, кэмка путаю. И вы сейчас отправляю калаш. Сразу же давайте будем смотреть за игрой. И вот все. Первую в очереди, что у нас сейчас залетит. Эмочка. И следом калашик. Все верно. Так, хорошо, Тём, жди, когда сейчас кто-то залетит, и отправляй Сайрекс. Ну а я тем временем отправлю вот эти две пушечки. Нет, давайте, вот залетайте. А лучше еще вот так вот, помощнее. На почти на 300 рублей. 268 рублей. Так, ждем. Так, трейд готов. Так, осталось дождаться, когда у нас должен кто-нибудь после нас залететь. Так, ну я сейчас на 40 все равно лучше залечу для страховки, черт с ними. Угу. В комиссию все равно наши две шмотки не пойдут. И столько всего от их добра, но лучше подстраховаться. Да. Ну, у нас, как мы видим, все планируют залетать в конец. Ну и ладно. Сейчас я узнаю тогда, кто в очереди стоит. Ну, Сёма, залетай, отправляй. Хорошо. Так, я тогда сейчас... Есть, сэр! Ага, вот что у нас происходит. Ты отправил? Да. Окей, тогда я сейчас на... Ой-ой-ой, 25-й секунде нажму. Так, я на всякий случай еще подготовлю, мало ли что. Как говорится, нельзя быть уверенным на 100%. Отправляю. Ну и где? 268 рублей. Пошли. Слышь, залетай. Я второй в очереди. Вы в очереди четвертый. Я второй. Все плохо. Все очень плохо, Тём. Я второй в очереди. Блин, я не успею добавить. Черт. Нечестно. Ой-ой-ой-ой. Я залечу. Я четвертый в очереди, нечестно. Ух ты ж, мох ты ж. Ваше предложение обмена принято, но оно появится в следующей игре. Зашибись. У меня то же самое, но я отменить не успел. Те 300 рублей, которые сейчас отправил. И в этой ставке у нас побеждает... Лисёнок. Да. Ладно, ребята, если мы залетаем в следующую игру, тогда нам придется ее досмотреть. Ой, ребята, только представьте, что сейчас будет. Артём, я и... А все остальные... Ага, все, что ли?
Да я говорю, это издевательство, походу. Залетели-то только мы, блин. Ну? Блин, что-то у меня есть подозрение, что сейчас залетит тот братиш. Иди ты нафиг со своим подозрением. Ой. Даже не знаю, готовить что-то еще или нет. Да я вот что-то не знаю. Ну давай. Приготовим, так уж и быть. Сейчас посмотрим. Ну я, короче, ВП приготовил. На всякий случай. Так, ну а я тогда вот этот диглас. Диглас и... обезьянку. Обезьян. Еще плюс 200 рэк шансу. Так. Пока что молчат. Но они сейчас опять же под конец сволочи залетят. Да, и опять все толпой. Не дадут нам залететь. Блин, ну и что, страховаться сейчас залетать или... Нет, подожди. Думаю, стоит подождать. Так, один есть. Какую ты авапку хочешь закинуть? Сан-Эн-Лео? Да, Сан-Эн-Лео. Хорошо. Тогда отправляй сейчас. Отправил. Угу. Сейчас скажу очередь тогда. Ну, первый, наверное, будешь. Наверное, пока да, они сейчас где-то на 40... Да, вы в очереди первым. Преград нет. Хорошо. Тогда... Блин, думаю, стоит залетать или нет. Еще с двумя соточками. Так. Ой, ёлки, так, осёл, он залетел. Блин, залетать или нет? Не знаю. Да ладно, залечу. Отправить. Если успею. Я отправил. Чёрт. Чё, пацаны, сберём на истичах авгастиков. Не идет. Первый в очереди. Успеешь, значит. Есть. Фу. Блин, 18% всего. Блин. Давайте. Блин, у нас отечен все равно у него-то отжать. Блин, если отожмем, это писец, короче. Блин, ну чуть-чуть ты пролетел у меня, вот чуть-чуть, блин, одна аватарочка. Ты у меня вообще сплошные его аватарки. Нет, у меня вот тут прям тут одна аватарочка. Ой, ладно, ребята, сегодня был вот такой вот выпуск, где мы первую ставку проиграли, вторую закамбэчили, и на третью вот сейчас вот мы солили, имея с Артемом шансы чуть меньше, чем 20%. Ну ничего, ребята, я думаю, это нормально. Это ж ставки. Вот, в принципе, на этом все, ребята. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео. С вами был Чизбургер и Зервак. Удачи! Увидимся в новых видео.